без камеры разговариваю, понимаешь? Только все фиксировать на тюремном камеру. Сленге я с вами. Ты мне что-то по маске хочешь применить? Я хочу сказать, что не нужно разговаривать с людьми на тюремном сленге, если вы не на каком тюремном сленге? Вот на том, у этого данного человека, вот у мусора, у него уголовная мусор ответственность. Мусор в голове у вас. Он... Едукинка Денис Русланович, потерпел от тебя адвоката не будет вашего? Вот эти стороны... Уважаю за напою, продолжите без молока сегодня. Присаживайтесь. Число месте. Посвящение потребно. Что? Посвящение. Посвящение, звичайно. Еще раз давайте. 29 посвящение вас бачили. Ви де народились? Народився в місті Харкові. Ви громадян України? Громадян України. Освіта ваша? Освіта вища. Сімейний стан? Недружний. Хтось є у вас на утриманні? На утриманні малолітня донька. Ви не одружені чи розлучені? Розлучені. Де ким працюєте? Несу службу на посаді поліцейського управління патрульної поліції в Харківській області. Маю спеціальне звання старший сержант поліції. Службова адреса ваша? Місто Харків, вулиця Шевченка, 315А. Де ви з Рівненського району суду міст Харкова Шевченка? За участі судового засідання Комлєвої, прокурора немає відводі складу суду? Ні, щось немає. Саме відводі? Відшукаю. Потерпіли теж питання до вас? Суду довіряю, відводу немає. Дати? Чесно, немає відводі. Поломал, или неправильно, задержал адвоката нашего и пытается теперь уйти от ответственности, но при этом сам нарушает, это первый момент. Второе, ему можно все, потому что он в форме, но он инопланетянин вообще. Он может останавливаться под знаком, слышь, убери. Будете получать. Отойди, нет, я говорю, от девушки. Место, слышишь, не дави на девушку. Отойди от машины. Отойди от машины. Отойди от машины. Поставить подпись, если вы девушка, не ведитесь на вот это все. Вот выслушайте меня. Он давит просто на вас. Отойди в сторону. Очень долго продолжать выслушать. Нет, а какая разница, ты стоишь сколько тебе угодно. Отойди от машины. Попросите его убрать руки от машины. Хватит кричать, пожалуйста, а? Попросите идите, убрать руки. Покричите своему другу на ухо. Шо, отойди от меня. Надо? Это вы от меня отойдите. Отойди от меня. Ты пытаешься меня... Да, я пытаюсь, чтобы вы отошли. Будете плохо? Слышишь, ты что ты... Нет. В смысле нет? Отойди. Нет. Отойди отсюда. Отойдите от меня. Отойди. Толкать меня. Я тебе руками не толкаю. Отойдите от меня. А я толкаю руками. Отойдите. Девушка, не ведитесь. Не ведись на это, я тебя прошу. Бо... Девушка, отдайте, скажите, пожалуйста, отойди. Тогда поставьте. Да, слышишь, поставит он, она. Не вменяем, он будет очень долго разговаривать. Ладно, всего доброго, попусти. Ты чистый, понял? Чистый, Акименко. Просто это дичь такая, а не Евдокименко. Это он разводит людей. Это первый штраф? Да, я первый раз слышу. А скажите, они вас на руках остановили? Ну, пока что. Ну, его нужно обжаловать. Через суд. Через суд. Правда, первый раз вообще с этим. Вы мне что-то говорили? Вы мне что-то говорили? Да. А на, повторите, пожалуйста. Это вы так сейчас ко мне относитесь, да? Ну вы понимаете, что для меня это оскорбительно. И вот я видеосъемку веду, я нахожусь на службе. Вы полицейскому на службе просто оскорбляете его в лицо. Вы считаете это нормальным? А ты хочешь сказать, тебе видео показать, где ты дичь людям втираешь? Ты имеешь полное право припарковать. Я нахожусь на службе. Дай я скажу, вы закрой ко мне рот. Подъехали. Закрой не рот. Не нужно так со мной закрой разговаривать. Рот. Не нужно со мной так разговаривать. Закрой рот. Я вам еще раз говорю, закрой не рот. Нужно со мной так разговаривать. Закрой рот. Его можете кто закрыть такой? Вы. Я сотрудник национальной где полиции. Где ты сотрудник национальной полиции? Во всех местах. У тебя, во-первых, послушай, у тебя уголовная ответственность. Раз. Второе, нет. Ты себе позволяешь парковаться, как ты хочешь. Понимаешь? Никакой и бороду иди побрей. Ходишь на службе дебритый. Я сам знаю, где это такое прописано.
Отойди, я с девушкой разговариваю. Я говорю, не нужно со мной так разговаривать, во-первых. Может, мне еще на колени встать? Да, хотите, встаньте. Достанешь ты на колени, понял? Я перед народом. Но со мной так разговаривать не надо. Вадим, а я забыл у тебя спросить, как я буду разговаривать. Тогда можете спросить, и я вам расскажу, что не нужно со мной так разговаривать. Да ты мне не указывай, как мне я с тобой разговаривать. Нет, и не будешь. Конечно, буду. А я не буду выполнять. Я здесь для того, чтобы указывать будешь вам, вот там, в кустах, что такое команду. Правомерное поведение. Нет, я буду говорить здесь, что непонятно. Слышишь, потеряйся отсюда. Я куда-нибудь говорю, со мной в таком духе разговаривать не нужно. Да ты мне пальцами не указываешь, что я буду делать, указывать понял? Пальцами, ты руками и ногами. Чем угодно, если вы будете нарушать тебе закон, что-то не нравится. Вы будете отвечать за это, вы поняли? А ты отвечаешь? Я отвечаю перед законом. Ты отвечаешь? А вы не отвечаете. Тебе видео показать, где ты покрываешь да, своих коллег. Да посмотрите видео. Я Денис Русланович, романтик известный и в школе, и дома. С типовой прической не встретишь такого. В смысле? Я никого не покрываю. Да ты балабол. Ты чистый балабол. Поэтому балабол. Будет составлен протокол по статье 173 КУПАП. Давай! Давай, балабол! Хорошо. Все, до свидания. Вот это вот то, что он выписал, она придет попозже, в принципе. Это выиграете срок. Я просто... А? Я там не живу. Напишите мне, значит, в управление возьмем постановление. Хорошо. Все, Евдокименко! Вообще по сараю! Вот именно, видишь, у меня черт для галины. Именно, именно, блядь, упоротый. Один, ты меня будешь задерживать? Ну, я вам просто сообщаю, что будет. Да мне ничего не сообщаю. На основании чего? Ничего я не буду подписывать. Не будете присутствовать? Нет, я не знаю, кто ты. Вы не знаете, кто я? Нет. Старший сержант полиции Евдокименко Денис Русланович, полицейский управление посудной полиции. Зеленый какой-то теперь чувак. Знаете? Нет. Все, ожидайте. Да сейчас разогнался. Поехали. Друзья, вот опять Евдокименко начинает быковать. Я так думаю, что мы его будем по полной программе, как говорится, задрачивать. Так что как-то так. Просто упоротый, просто.